Альфа-команда летает над лесной зоной на северо-западе Ракун-Сити, где мы ищем вертолет наших товарищей по команде «Браво». Кто пропал во время миссии по награждению медалью почета? Я не нашел. Врата. В городе Ракун недавно произошли странные убийства. Появились невероятные сообщения о нападениях на семьи группы из примерно 10 человек. Жертв, похоже, съели. Команда «Браво» отправилась в укрытие группы и исчезла. Посмотри, Крис. Это был вертолет команды «Браво». Никого в нем не было. Но странно, что большинство оборудования все еще там. Однако мы скоро узнали, почему. Теперь осталось всего трое членов СТРС, капитан Вескер, Джилл и я. Мы не знаем, где Барри. Крис Редфилд. Джилл Валентайн. Очень важно. Resident Evil.